Всем огромный привет! Сегодня покажу, как делать убавку петель с наклоном влево. Итак, у нас набран начальный ряд. Первый ряд провязываем лицевыми. Последняя у нас идет изнаночная. Поворачиваем. Следующий ряд провязываем просто изнаночными. Это делаю я образец. И опять же мы с вами будем повторять, как вязать лицевые и изнаночные. Последняя тоже изнаночная. Так, теперь делаем убавку. Первую снимаем. Вторую я провяжу. Вернее, первую. Кромочная, первая. Первая изнаночная. Далее делаем убавку. Вот эту вот петельку мы снимаем, не провязывая. Следующую провязываем и теперь перекидываем вот эту петельку через верх. Вот так вот. Далее опять провяжу. 2, 3, например, для примера показать. Следующую просто перекидываем. Дальше провязываем. И вот эту вот через верх вот так вот протягиваем. Далее опять 2 провяжу, чтобы видно вам было. Следующую снимаем. Дальше эту провязываем. И вот так вот мы через верх ее слетела. Через верх вот так вот мы ее протягиваем. И, как видно, получается у нас убавки с наклоном идут влево. Вот, видно. Вот убавка и вот убавка с наклоном влево. Желаю вам вдохновения, терпения. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал и будем рукодельничать с вами вместе.